Так, Сатурн. 21 июля 2020 год. Харьков. Сегодня у Сатурна оппозиция с Солнцем. Противостояние Сатурна 1 345 000 000 километров от него до Земли. Самое ближайшее расстояние до Земли за год с лишним. Надоело уже эту фразу повторять. 3.37 по Киеву, Харькове. Снимаю с настройками высокой светочувствительности, только что был дубль. Наверное, предыдущую размещу. С низкой светочувствительностью там Сатурн почетче, конечно, и разница между кольцами видна гораздо лучше. Северный полюс Сатурна мы сейчас наблюдаем. Поехали снимем быстренько Юпитер, потому как, во-первых, батарея у нас не вечная, а во-вторых, Юпитер садится уже за горизонт совсем низко. Вон он, Юпитер, красавец, смотри, как красиво. Не знаю, не видно, да, на экране еще недостаточно светло, чтобы понять, что Юпитер садится не за горизонт, а прячется в подсолнухе. Сейчас мы найдем его спутнички. Наверное, Ганимед, да, наверное, 100% уже Ганимед спрятался за Юпитер. Но вот Европу впереди Юпитера мы еще увидим. Очень плотные слои атмосферы затмевают Юпитер, делает его таким краснючим, как Марс. А, да, наверное, даже на мониторе на экране и Европы не видно. Вообще спутников уже не видно, все. Да. Мониторчик еще, макуляр еще видно. Ну ладно, это Юпитер. Верьте на слово, сейчас резкость попробую мозг вынести себе. Попробую при таких увеличениях с резкостью играться. Все, даю возможность Юпитеру самому карабкаться по экрану. Да, не вижу я спутников. Ну ладно, Юпитер тоже сам по себе хорош. Красавец. 619 миллионов километров до него. Лады, поехали. У нас еще Марс. А, там уже облачка. Ты посмотри, как он таки в дурную традицию превращается. Вчера облачко, сегодня облачко. А Марс... Да провод что-то. Как воробей. Электропередача. Дорогая передача. Ну вот, конечно, можно будет с предыдущим дублем сравнить, как на низких настройках светочувствительности Марс не так сильно сияет, засвечивается, и как
на высоких. Так, лады, поехали. К самым ярким представителям сегодняшнего парада планет. Венере. Ну, вот это баран еще есть. С этим бараном еще какая-то свита. Смотри, сколько звезд. Я не знаю. Ну, вот это баран. А рядом с ним, смотри, вообще. Какое-то прям скопление. Пастор, мы здесь над этим. Вот у нас в один кадр поместились Альдебаран и Венера. Зафиксировали. И теперь смотрим на серп Венера, который тоже при таких настройках светочувствительности очень сияет. В предыдущем дубле это было поменьше. Меркурия, наверное, не дождусь, потому как опять там облака. И я рискую повторить вчерашний, в кавычках, подвиг. Проторчать здесь, бог знает, до скольки. Никакого Меркурия не увидеть, а на работу из-за этого позже прийти. Что не есть хорошо. Позже прихожу, позже ухожу. Это вечером создает дискомфорт. Еще надо выходить за окружную, выезжать. И снимать парады планеты, а времени уже не остается.